только военмеховцам, а больше никому. Здесь в военмехе, так же, как и во всех высших учебных заведениях, есть студсовет. Он достаточно очень сильный и очень влиятельный. Я хочу познакомить вас с председателем студенческого совета. Виктория. Если вдруг вам станет тяжело, если вам станет очень грустно, если вам станет не в порядке, придите в студсовет, подойдите к председателю, положите голову на грудь, и все сразу станет хорошо. Поверьте мне. Люблю высоких девушек, все рядом. Ну что ж, Виктория, вам слово. Спасибо. Дорогие первокурсники, теперь уже первокурсники, я вас поздравляю с Днем Знаний, я вас поздравляю с началом нового этапа вашей жизни. Вас ждет море всего интересного, вы можете реализовать себя в любой области, не только в учебе. Петербург – один из самых молодежных городов в мире, и более того, у нас огромное количество студентов в городе. Поэтому все двери для вас открыты, все в ваших руках. Еще раз поздравляю, а теперь попрошу всех встать и принять клятву студентов. На моих словах клянусь. Вы все хором отвечаете клянусь. Договорились? Не слышу. Военмех? Лучше всех! Итак, слушайте мою клятву и будьте свидетелями моего обета. Сентябрь собирается и начинается мое обучение. Оно не окончится до самого получения диплома о высшем профессиональном образовании и присвоении мне квалификации в соответствующей программе обучения. Я, первокурсник Балтийского государственного технического университета военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова, еще никогда не спавший на лекциях, не знающий, что такое интеграл и что такое первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая теоремы Каши, не изучавший латынь и не знающий методов экономического анализа, пришедший сюда учиться перед лицом ректоров и деканов, а также старших товарищей, торжественно клянусь быть умным и добросовестным студентом или казаться таким, писать шпаргалки на бумаге и от руки, а не фотографировать, ибо это аморально. До последнего шарика в шариковой ручке, до сворачивания ушей в трубочку, до измозоливания мизинца ноги, конспектировать все, что вижу, слышу, осязаю и обоняю. Клянусь. Клянусь! Приложить все свои усилия и умения, чтобы стать профессионалом в выбранной области знаний. Повышать не только образовательный, но и культурный уровень своего развития. Не быть равнодушным и черствым, сохранять, но не распускать эмоции. Клянусь. Клянусь! Нести в века и прославлять славное имя военмеха. Накапливать, сохранять и приумножать нравственные, культурные и научные традиции родного университета. Клянусь. Клянусь! Честью и достоинством продолжать дела наших старших товарищей. Обещаем своим трудом способствовать экономическому и научному процветанию России и нашего города. Клянусь. Клянусь! И троекратно клянусь, клянусь, клянусь! Клянусь!